что если супер замедление? Ребята, вон, смотрите. Так, я вовремя, надеюсь. Надеюсь, я вовремя. Замедло пошло. О, как я там замедляю. Найкс, живой еще? Хорошо. Хорошо. Големами просто. Деремся. Ну, диффузию. Хорошо, вот это прям сюда, всю толпу. Камон, диффуза туда, все туда. Вот это жесть, сунулись они в рошпит. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксанас, и сегодня у нас новое видео рубрики «А что если?». Что если это Hell мод, сказал бы я, и конечно же это Hell мод. И сегодня у нас супер замедление будет в тактике. А что если супер замедление? Что если супер замедление? Сначала баним всех персонажей, которые нам не нужны. И поехали, ребята у меня уже знают, каких персонажей брать. И я продумал супер интересный пик, который позволит нереально круто сбалансировать все замедление, потому что некоторые замедления, они не работают так, как должны работать. Сейчас с ребятами тут вот распишемся, парни. Ну-ка, сразу берите. Я возьму сейчас. И, короче, пик у нас будет такой. Аппарат ВЛ, лайфстиллер, потом у нас будет Батрайдер и ластовое замедло. Что-то я подзабыл, кто у нас там ластовым замедлом будет. Так, Беттера беру. Сейчас, в общем, он пикнет, посмотрим. Я что-то забыл. В лобби сидел. Я, короче, томба. Зомбик у нас там будет очень жестко напрягать. Потому что, смотрите, прикиньте, если ВЛ настакивает третий, да? То есть там замедло вообще до 90%. Плюс я, если что, масло накидываю в это замедло. Там Найкс грызет. Плюс аппарату легче намного пользоваться первым спеллом. Ну и это очень-очень имбово будет. Поэтому я считаю, что этот пик очень офиген. Так, ну я мид иду. Хорошо. Так, ну и что? Это что? Готовится у нас жесткая катка. Не говорите, что надо было брать ЦМ-ку. Не говорите, что надо было брать Вайпер. Ребята, я все просчитал. Отдельное видео будет по ядовым вот этим персонажам. Да, то есть там Вайпер будет, там будет Виномансер. Да, то есть такое может быть. А касаемо вот ЦМ-ки. ЦМ-ка тоже хорошее замедло с первого спелла. Да, безусловно. Но вот тут более это балансно будет. Потому что пик офигенный. Просто пик офигенный. Так что, ребята, погнали. Пожелаю всем приятного просмотра. Не забывайте, кстати, поставить лайк, подписаться на YouTube-канал. Также не забывайте подписываться на ТГшку и залетать на стримы в 19 по МСК. Буду очень рад видеть всех. Поэтому, ребятки, давайте. Всех жду. Всем спасибо. Начинаем. Так, идем на центральный коридор. Берем вот такой затарчик. Будем. О, если честно, еще хочется вот это кольцо взять. Знаете, зачем? Чтобы загуливать под товаром. Диффуз. На Найксе. Сходу. То тяжко вам будет без кора. Тяжковато будет, смотрите, там очень жесткая комбинация. Сейчас посмотрим. Смотрите, что оппоненты напикали. Очень такой жесткий пик, и замедло может не прокатить, потому что на этом замедло в принципе не нужно. Тут замедло можно, тут замедло, ну, блинг будет, тут тоже репел, и тут замедло особо. Ну, пик на самом деле не подходит под комбинацию замедла, но зато он у нас в целом очень балансный, и с таким пиком можно разносить. В целом мощно. Мощно. ВЛу бы третий бы качать. ВЛ, тебе бы третий хотя бы на 2-3 раза качать. Если что. Хорошо. Так, это, походу, центральный коридор, да, она пойдет, курочки на это? Это, походу, курочки на центральный коридор пойдет. Походу. А чё Найкс сюда идет? Он чё, центр хочет? Я чё-то вообще не понял. Ты же низ должен идти. Зачем ты тут? Зачем терять пачку крипов, да? You the boss. Ты мид, что ли, говорит? Я понял. Я понял, гаш. Так, ну тяжело схитить, если честно, на беттере.
Не факт, что получится перелосхитить портретку. Но... попробуем. Самое, что мне не нравится в этом лайне, это знаете что? Она будет блинковаться от меня постоянно. То есть мне нужно будет как-то ее подлавливать в центре. Пока фармим. Пока фармим. Хорошо, добил. Зомби там уже работает. Зомби работает там уже. Ну и мартретка, так видели, такая. Вот как турелька, короче, разворачивается. Чисто это поворот увеличенный. Вообще круто было бы тут играть через двойку, наверное, потому что как-никак у меня герой Силнуби, конечно. Но так, это тут добьет. Кто-то мою реюзнул, как обычно. Через двойку, конечно, было бы круче играть, безусловно. Через двойку прям вообще по кайфу. Сейчас мы чуть-чуть окрылимся. Чуть-чуть окрылимся и начнем подзадрачивать. Опа, ФБшку берут нашу же, это хорошо. Вообще дэмэджа не чувствует. Ну, в блок сейчас ударил ее. В блок ударил, потому что дэмэджа вообще не почувствовала. Хорошо. Надо тоже бы стик взять. У меня уже все готово, в принципе, на стик. Но куры нету. Давайте вот так сделаем. Стиков там куча. Хорошо. Но мы немножко посильнее все равно. Немножко он потерялся, он мог немного лучше сыграть, мне кажется, на крипов подпрыгнуть. И там было бы намного легче. Но уже как есть, так есть. Берем двойку. Так, возьмем сейчас стик, базилку, апаем. Стик, базилка. Стик, базилка и поехала. Оп, хорошо, пойдем на рунку. Так, смотрите, это базилка, это стик, это вэшка и цешка. Отлично. Так, тут руны нету. Печалька. Печалька. Хорошо. Самое интересное, что там даже ТП сейва никакого не было. Это радует. Так, базилка у меня уже есть. Базилкой можно будет по кайфам. Так, есть, имеется. Регенимся чуть-чуть. Ребята, не забывайте писать комментарии по поводу того, какие видосы вы еще хотите видеть. У меня огромный список видосов. Некоторые, конечно, ваши просьбы, они повторяются. Не некоторые, а почти все. И очень много пишут по поводу там, а когда вот будет вот это, а когда будет вот это. А на самом деле эти видосы уже отписаны, и они есть на канале. Так что внимательнее немножко смотрите. И, конечно же, кайфуйте с контента, пацаны. Не забывайте, что на канале очень много видео, и просто пролистать вкладочку видео можно и, ну, так сказать, посмотреть какой-то определенный контент. Ну или, конечно же, в поиске просто вбивайте свою идею, да, на ютубе, и первые видосы выскакивают мои, это я уже проверял. Конечно, там, а что если там, допустим, не знаю, муншарды на тине, да, напишите, то первый видос мой будет. В любом случае, такой видос никто не делал, поэтому заходите, смотрите. Буду очень рад, буду доволен, если будете залетать, смотреть. Поэтому не забывайте, парни. Это все очень простенько. Просто заходите и смотрите. Чтоб комментарии, да, не строчили. Но можете строчить комментарии, это все равно такое, знаете, подводочка. Небольшая. Выразимся так. Надо его шугануть отсюда. Погнали, пробежимся. Мана нету, ё-моё. Хорошо. Даже стик не успел нажать, там столько депаса со второго. Ху-ху. Я слишком много настакал на него. Так, какой первый артефакт будем собирать? Вот это вопрос, конечно. С маной у меня проблемы. Небольшие. Так, внизу три. Наверное, через даггер дефолт. Но вообще желательно батлыгу взять и руны контрить. От руны играть было бы круто.
Давайте это и сделаем. ТП-шка, цешка. Вот так сделаем. Хорошо. ТП-шку. Батлыгу. Я на бэттере, на центральном уже очень давно не играл. Поэтому могут быть какие-то макро-ошибки, потому что я уже не помню, какую стратегию правильнее юзать на этом герое. Я уже миллион лет на нем не играл. Миллион лет не играл на нем. Может прыгнуть транквилу попробовать своровать? Так, хорошо. Отлично. Сейчас на рынку сбегаем. Ну, next, все, next Russian Dagger, ребят, тут больше нужды никакой нет. И надо базилку подрубить и лететь душить ее. Вообще лучше сейчас в наглую пойти на нее. Пусть она блинкуется, я ее все равно достану. Там на ТП сейвах только расчет у него будет. На ТП сейвах. Ладно, нормально. Уходит. Хорошо. Там внизу суетень, блин. Зомби гоняет, вообще жесть там, посмотрите. Оп, Марита пошла, да? Я сейчас тоже, если что, туда ТП дам. Если надо будет. Но слишком далеко они, если под мой тавер, да, дайвили? Он как бруда. Как бруда. Ой, смотрите, что делает. Ну, это минус. Тараканов тут даже нафиг. Выжигаем тараканов. Прикиньте, я как большой этот дихлофосник. Тараканов выжигаю. Но я только с мида ухожу, и это плохо тем, что... Там парень фармить будет. Угу. Плюс 16. ТП-шечку хотя бы отбили сюда и пойдет. Так, не добил, плохо. Еще мигранты, ё-моё. Вообще, посмотрите, мигрирующие тараканы. С леса выбегают, уничтожают. Так, окей, ТП-шка и вот такая штука нужна. Вообще, желательно дасты носить. Если я там ТП-шку даю, да, на топ образно помогать убивать бруду, нужны дасты 100%. Дасты 100% нужны. Надо было топ раньше ТП давать. Может, тиммейта спас бы. Может быть, подспас бы. Опять реюзнули куру, да, вы извращенцы. Какая-то руна там активная, хоста, нифига себе там драка на руне. За медло кидай ей сразу, сразу кидай, три. Три сразу. Она ж там, блин, сейчас блинковаться начнет. Чуть поближе подойдет. Ее нужно было на том же месте, там же и гасить пытаться. Там же и гасить ее. Че, может на топ пойти? Или внизу суета? Мартретка, все, пошла там под репелами душить, да? Гоу. Поможем ребятам. Погнали, вот эту курочкину. Давай, 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 дальше. Погнали, все, БТР в своей, как говорится, конторе. СМ-ку загрызем. Хорошо. Отлично. Как же омник напрягает, блин. Вообще жесть. Так, ну я немножко перевернул, но у нас топ падает. Мне нужно вообще, походу, не драться, да, очень бруда постоянно будет напрягать. Она Т-шку сломала и вторую почти сломала. Да, серьезно. Серьезненько. Надо, походу, на топе стоять, парни. Так, это уже в меду. Я могу не успеть тут все заромливать. Могу не успеть. У нас нечем отпушить бруду, бруда там по рандому хорошо выпала. Хорошо выпала по рандому. Только я могу, по сути, ее отпушивать. Ну, сейчас пойдем навестим. Как раз руну заберем. Руну заберем. Хорошо. И пойдем. У нее там хп нету, брассер зачем-то берет. Портретка там. Погнали с ДДшкой. О, а как ты так без маны, дядь? Как так без маны-то? Как так без маны-то? Это дагерочек. Свою куру возьмем, потому что постоянно ребята таскают, вообще невозможно. Курьера нету тупо. Пойдет, дагер взяли.
Так, ну и у нас все стороны пушатся просто максимально люто. У Найкса пока ничего нету. Ну тут от меня зависит еще. Радиенс, если будут, надо Радиенс выходить делать какой-то. Что-то такое. Что-то такое надо. Смотри, как убегает на центр. Хорошо, что она туда пошла. Отлично. Отлично. Ребята далеко там дайвят. Есть. Очень жестко у нас просаживаются все стороны. Ребята хорошо душат. Пойдем. Что-то по КД такие файты. Мне бы Travel Echo, да? Но мне нужно и дасты носить. ТП дайте. Так, вот этого сюда. Хорошо. Вот это фул замедло, ребята, чекайте. Жесть. Зомбики настакиваются, плюс я там прилетаю, настакиваю. Это просто имбово. Это имбово. Надо стик, наверное, дропнуть, парни. Если ВЛ еще тройку подраскачает, будет офигенно. Давайте стик продадим. ТП-шка нужна. Базилка есть, сломаем, по идее. Базилка есть, сломаем. Плохо не добил, блин. Давай, давай, добиваем. Смотрите, сколько крипов тут, это жесть. Можно Т2 идти, Т2 идем. Крипов очень много, идем Т2. Пацаны там мид ломают. Ребята, дефните кто-нибудь, деф, плиз. Деф кто-нибудь. Чего в лесам, по лесам все сидят, короче, у нас в команде. Я могу, в принципе, диффузил сделать. Вообще, пофиг на мид. Я могу тпхнуться мид. Подефать. Да, лучше дефну. Я с тобой, Домин. Давай, брат. Тут замедло фуловое. Но я, правда, умер, скорее всего, да? Да нет, живой. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри, пришла кто? Курочкина. Но всем пофиг. Всем пофиг, ребят. У нас лайфстиллер даже не двинулся. Даже не двинулся. Красавы. Ломали, и я дефнул. Найс. У нас лайфстиллер даже не двинулся. Никуда, просто с леса. Как долбил лес, так и стоит лес долбит. Блин, вот они вообще жесть забавные, ребята. Но мы мид таки дефнули. Это радует. Красава. Так, ну я в радик, наверное, буду выходить. Вообще, блин, желательно взять диффузил, да, и уничтожать всех. Так, ну тэшки две сломали по кайфу, да? Столько крипов там было. Столько крипчиков задушили. Столько крипчиков. Так, там руна будет. Я не полезу, наверное. Я тут пофармлю немножко. Гоу. Таракан, садись. Угу. Давай. Ой-ой-ой, ну вот это надо... жесть, не могу. Ну, оттянул меня просто. Эх, печаль. Этот мог отсюда еще кинуть голема. Блин, плохо, что я сдох, но... Прям на меня все нажали, можно так сказать. Душите, душите, душите. Нету маны там. Давай, давай, давай. Ой, молодцы, молодцы. Там еще замедло работает. Омник умирает от томбы, там безия душит. Единицу, один, один, один. Она никуда не должна деться, там замедло лютое. Нет, вот здесь вот замедло немножко прокосил. Зомбики еще не настакались. Так, ванды. КП порог не упал, зомбарей нету, не настаканы. Да, печально, ребят, что я умер. 3200. Можно выйти вообще тут форстафы, да, вот типа сделать. И типа вообще не паримся. Будем уходить. Фидить не будем. Но также неинтересно. Надо в Радиенс. На керри, как говорится. Керри, я керри. Carry on. Смотри, 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 душнило какое.
Какое душнило. Задушило этого тут даже сейчас, да? Беги, дядь, беги, я лечу. Хорошо. Хилит на него. Хилит на него. Хорошо, Радиенс почти есть. Отлично. Так, у меня есть лассо. Если я Омника буду кидать в лассо постоянно, они в принципе ничего не смогут сделать. Там ни репелла будет, ничего. Пойдем на топе фарманем. У нас сакрет есть уже. Отлично, вот здесь сейчас все зафармим. И две пачки. Чуть пофармите, пока отпушено. Чуть пофармите, пока отпушено. Пока отпушено, надо немного пофармить. А то у нас такая динамичная игра, да? Все такие лезут, там пушат, все такое. Очень интересная катка получается. Поэтому все стараются в этой игре. Проигрывать не хочется. Так, это вот тут даже. Оп, хорошо. Так, ТП-шка есть, даст и есть. Мне нечего бояться, ребят. Абсолютно нечего. Самый кайф. Я ребятам смогу помочь. Потом тревела после радика сделаем. Будет норм. Вообще, желательно что-то сделать такое, что будет помогать мне. Что-то рано, рейдж ты нажал. Сейчас за тобой побегу же. Внизу весело тоже. Мортретку по карте, блин, не видно. Постоянно надо карту именно чекать, вот так, подходы. Так, есть, на стэшку еще одну забрали. Вот молодцы, там работает, пацаны. Аппарат ульту зарядил. Хорошо, у меня почти Радиенс есть. После Радиенса, я думаю, что-то можно будет типа гасты сделать. Но желательно, тут ЦМ-ка тоже проблема. Простав лучше, конечно. Форстав, конечно, лучше. Так, ребята там подфиданули, да? Подфиданули ребята. Так, ну топ ломается у них. Регенерация. Пойдем в руду душить. Базилку выкидываем. Уже, в принципе, не нужна будет сейчас. Базилка, конечно, офигенный артефакт, безусловно, но мне сейчас надо немножко другое. С аппаратом, гоу. Это пацаны фидят. Хорошо. Жесть, всех тараканов я. Чисто прилетел такой. Чисто прилетел. Беттер и все поджег. Всех тараканов уничтожено. Так, ну это я форс сделаю в любом случае. Форстав надо. Что-нибудь там Рошана хотят, что ли? Не, ребят, подождите, форстав сделаю. И потом пойдем Рошана и не Рошана. Но если там мартретка пошла Рошана, это понятно. Но надо мне сначала дофармить. Дофармить сначала надо форс. Хорошо. Дасты. Можно, в принципе, этот не брать. Теперь дастика есть. Ботл продаем. Погнали. Идем. Вэллу надо тройку кастовать. Он ее все максил по кайфу. Идем. Он ее замаксил. Так, у мартретки там репел на лице стабильно. Надо омника цеплять. Ага. Да ты что? Да это плохо. Мне тут никто не поможет. Издеваются, пацаны.
Да уж. Кто кикнул ЦМ? Мне интересно, кто кикнул ЦМ. Ой, жесть, вот этот омник, это, конечно. ЦМ-ку там кто-то кикнул. Я посмотрю по реплею, забаню. Бан. Я не знаю, зачем вы баните, запрещено. И не понимаю, зачем они кикают. Да ты же можешь залезть, чувак. Ну залезь, залезь. Крипа, залезь. Ну нулевое макро. Ноль макро. Ашот. Вообще нулевое макро, может же не умирать. Всех сейчас все нафидят, я не знаю, что они это делают. Жесть. Так, ну ситуация, ребятки, плохая. Во-первых, их 4. Во-вторых, у меня команда сильная, выразимся так. Сильная команда. Сильная команда у меня. В скобочках. Но там омник. Омник делает. Блин, я форсанул ее еще. Потянул ее сюда, подальше. Знал, что какой-то сейв будет. Идем, кроши. Это жесть. Это жестко. Надо к рошам уйти. Они там по-любому рошу долбят. Надо там стоять, чилить. Так, ну это плохо. Надо гасту теперь брать какую-то. Я не знаю, из-за того, что там мартретка под репелом, немножко тяжело это все дело обстоит. С рошанами. Так, пойдем тут зафармим. У меня на Найксе, конечно, гениальный парень играет. На Найксе гений играет. Хорошо. Сколько фарма, жесть. Хорошо. Так, у Найкса вообще пока ничего нету. Но у нас команда, да, в принципе, сильные герои. Сильные герои, но вопрос, сможем ли мы в этом пике выиграть. Хотя, в принципе, Беттер-то сильный герой. Можно потащить, я думаю. Потащить можно. Сейчас гост купим. Но надо уже тревел тогда, ТП-шечки не будет. Гост. Тревел надо. Надо рошу чейсить постоянно. Можно, в принципе, куру туда послать. Пусть висит, правильно? Где-то тут вард, походу, стоит. Хорошо, нету. Пойдет. Рошу поставим там. Ой, рошу. Как по кайфу меня тут кормят. Экспы нереальное количество получаю. Так вот оставим, пусть будет. Так, гасту. А нечем гасту принести. Мэп, мэп, мэп. Немножко где-то стратегия дала сбой. Парни. Но нам будет желательно... О, диффуз есть. Го, диффуз есть. Изи можем. Опа, смотри. А, прикинь, с ДДшкой Скади сразу купила. Прикиньте, Скади купила тупо с... Ливер только, да, там пацаны загуляли, 2 килла сделали и ливер. Сразу. Скади. А, омник уже тут, я понял. Я понял. А, репел сейчас ей даст и все. Дал репел? Нет. Вот этого сюда, хорошо. Душим. Мы должны убить. Чувак, он же в репеле, зачем мне укастовать что-то? Ну пойдет. Блин, но вот это я не люблю, когда, знаете, там вот, да, мы играем как бы приватные игры, и получается такое, что кто-то банит... Вернее, не банит, а кикает игрока, который там, я не знаю, ну я не думаю, что ЦМ-ка прям там встала в АФК, там все, ГГ, ФФ. И, ну, это бан. Я за такой бан выдаю. Это приватная игра, и в такой игре 100% бан, если такое делают. У меня ТП-шки нету. Не могу. Куру нету. Товер и Б надо, парни. Опасно.
Все, уходим. ББ. По лесу пролетимся. У меня тревела дома есть. Гаста. Можно еще диффуз до кучи взять? Типа, вообще мартретку бояться. Она вместо БКБшки берет скади. Это очень хорошая заявка на победу. По факту. Пайп надо варить. Да там нет кого вроде. Диффуз лучше. Лучше диффуз еще один. Гост. Пойдет. Все, я на базу. Камон, по кайфу. Догон там берется. Хорошо. Челы решили там, короче. Так, это разбираем. Они к Рошану готовятся, видимо. Вот эту тему беру. О! Ну, Рошана то, что я подчекиваю, это хорошо, потому что им нельзя его отдавать. Пятером. По факту можем закончить. Они ничего нам не сделают. Омника, фокус, там БКБшки. Ну, очень быстро начинают одеваться они за счет того. Ой, идите. Уж пить, у них шансов нету, только Найксу нужно хп не сливать. Два Найксу. Деремся. Ну, диффузию. Хорошо, вот это прям сюда, всю толпу. Камон, диффуза туда, все туда. Так, у меня куру слили. Крисы. Вот это жесть, сунулись они в рошпит. Без шансов. В рошпит сунулись. В рошпит сунулись, без шансов слились. Потому что скади берет вместо БКБхи на мартретке. Репел это дело такое, контрится изи. Так, ну ребята тут забирают, да? Хорошо. Сейчас вылезет, когда лоу хп будет. Ай, нулевое макро вылез. Нулевое макро. Нулевое макро. Так, ну ломаем низ, я думаю, смело. Хорошо. Офига себе, шторм что показывает, что доту? Жалко сейчас. Ага, вот это плохо. Погнали. Ребята, душите момника. Эх, подтолкну. Вот этого можно, кстати, подбить. Цемку там кто-то не юзает. У меня есть, если что, гост. Хорошо. Отходим. Войло загрыз. Хорошо. Ну, по идее, сгорит. Сгорит, хорошо. Но стоп падает, да? Парата задушили. Жесть, какое там замедло. Парень шокированный стоит. А чё меня? Там Найк слоу хоповый, дядь. Жесть выдает. Так, сделаем. Пойдет сюда. Да надо допушить. Ты там дерешься. А Егисмен, чувак, ну камон. У меня кдшки, блин. У меня все в кд, блин. Вот так сделаем. Блин, тупо с Радиенса убиваю, не знаю. Не надо там драться, просто нужно спушить и уйти. Но замедло, конечно, вот это комбинистое, да, оно по кайфу работает. Комбинируем нормально. Хорошо, умрет. Жесть, сколько я пытаюсь тут сломать, все никак не получается.
Камон. То я на базу. Я Б. Октарин сделаю. Жесть, я устал там драться. Просто стоишь и душишься вместо этого Найкса, который идет там пушить куда-то. Идет колодец пушить. Но не суть. Ах, жесть. Я не понимаю, почему ребята кикнули ЦМ-ку. Если честно, это какой-то кринж. Для чего? Но комбинисто работает, ребят. Работает. Нам очень приятно играть именно в команде. У нас все так офигенно. Прикиньте, Томба. Это плюс зомбари. Они замедляют. Это плюс ВЛ тройку кастует. Это прям жестко. Это прям жестко. И я там еще летаю. Это прям очень-очень жесткий балансный пик, по сути, получается у нас. Очень балансный. Идем ребятам помогать. Масло душит. Каждые полторы секунды маслица наливай. Жалко, что трусайда нету. Какой же беттер противный герой, это жесть. Но это ГГ уже. Блин, 31 минута, если честно, так напряжно было в начале, потому что я знал потенциал, да, оппонентов по игровому процессу, но в целом катка получилась не тяжелая, легкая. Что там, догон? Чувак, камон. Ой, жесть. Как же Найкс выпендривается. Ну, по сути, я ничего толком по игре не сделал. До саппорта ему сделали. Ой, жесть. Ну, ребят, заканчиваем эту катку. Ребятки, заканчиваем эту катку, еще одну сыграем катку, закомбиним. Только я немного на другого героя сяду, я сяду на ВЛ и раскачаю тройку. Немного сыграем по-другому. Немного сыграем по-другому. Очень много депеса от меня, просто депес и... Депеса очень много. Ребятки, let's go next. Первая катка у нас получилась вот такая в замедлении. Но, если честно, очень приятно было играть тем, что стоит Томба, все это замедляется, еще аппарат там. Блин, вообще смак. Погнали еще одну такую же. Так, ребята, замутили мы, короче, еще одну катку, сделали ре, и, конечно, что у нас сейчас должно быть? Это то, что я сейчас хочу сыграть на ВЛе через тройку. То есть я буду помогать команде, там, приходить буду, можно будет невзначай, да, то есть прийти там, нажать троечку. Нажать троечку и душануть. Я... Так, ВЛа забирают. Дайте ВЛа мне. Тематический герой. Топаках опять. Топаках. Опять. Так, ВРка. Хорошо. Топаках, топакаху упал. Упал таракан таракану. Так, окей, где ВЛчик? ВЛчик. Мне нужен ВЛ. А ВЛа не забанили? Спектре, ты че, жомника. Бар, Рикимару. Не могу найти его. Нашел. Погнали, ребята. Я центр. Хилку не будем сильно качать, да? И я... Третий за Макшу. Буду... Приходить под Томбу. Пацаны. Смотрите, какой идеальный пик под замедло. Ой-ой-ой, кайф. Посмотрите просто. Какой же кайф под это замедло сейчас будет насыпать всю эту тему. Закиров фебебе. Закиров фебебе. Найс ник у него. Лайфстиллер. По идее, под нашими замедлами сможет побить этого героя. Замедло. Так, ну что, такой же затар сделаем, я думаю. Почему нет? Сделаем, почему нет? Я соло себе кур возьму. Соло кур возьму. Хорошо. В
принципе, поначалу дефолтная каточка, ребятки, а потом выходим за медло. Ну, не потом, а где-то, например, на 8 левеле у меня уже должна быть раскачанная тройка. Это жесть. 84% слова. Ребята будут шокированы. Шокированы. Батрайдера на топ. Батрайдер вообще офигенный герой. Просто пушка. Что это тут? Колечко регенерации у тебя. Властелин. Властелин колец на миду. И на ВР-ке. Жесть. Я на ВЛе. Властелин колец на миду. Я пойду на руну. В рейсбенд на сларке. И руф тут. Но я руну не заберу тут. Тут не забрать руну. Против руфа тут руну не забрать. БТР, если бы не уходил с руны, было бы по кайфу. А, ты еще умри там, блин. Чувак, камон. Что у тебя там? Замедло. Тут не заберем так. Так, ВР-ка на миду, да? Хорошо. ВР-ка на миду. Через фаталы поиграем. С кольцами ВР-ка. Это типа, чтобы регенерироваться быстрее. 4 хп реген там. Вот она чё. Вот она как мыслит. Бьёшь? Молодец. Как ты крип фармит, блин. Кстати, 2000 зарегенило уже, посмотрите. За одну пачку крипов 2000 зарегенило. Жестко. Надеюсь, БТР там не нафидит их. Надеюсь. Надейся, говорит Хен. Так, надо убивать здесь. Надо убивать здесь. Бью, интересно, нет? Хорош, сгорело. Отлично. Сгорело, отлично. Так, Беттер нафидил там уже, да? Молодец. Как доктор прописал. Так, сапог. Надо. Ой-ой-ой, пошли пацаны гонять. Гоняют пацаны. Я фаталы возьму в любом случае. Фаталы. Отлично. У ребят там офигенно на самом деле на лайнингах. У них комбинация там, если Беттер сейчас замедляет и силу насасывает. Чувак, то на зомбике, то вообще пушка. Наземные проблемы. Так, даю ош. Эх, блин. Связала самого деда слабого. У него хп намного меньше, вот считайте, вот. Настолько меньше дэмэджа нанесу. Так, дальше Макшу замедло. Я ворды качать не буду. Last word. Ух ты, блин. Че так? Last word качать не буду. Отлично, он туда пошел. Last word качать не буду. Last word? Shadow word, ё-моё. Last word это на сайленсере тройка. Я такой думаю, блин, что-то не то, по-моему, сказал. Рак, походу. И раз такой действительно не то сказал. Ну ладно, ребят. Ладно, ничего страшного. Не такая великая потеря. Shadow word. Ничего страшного. Так, ну ВР-ку я выселил, да? Хорошо, максим замедло. По максимуму сейчас вот. 6-7 левел замедло в тройку будет. И пойдем потом невзначай. Встанем где-нибудь из лесочка и будем кастить. И посмотрим, что будет. На бетере катку красивую показали. Вторую катку надо тоже красивую. Хорошо, замедло еще в двойку. Ух ты. Так, лака. ТП-шка. Хорошо. Лака, ТП-шка. Где стадия мидер? Где мидер? Ну, Сларка душат там. Ага, мидер там бегает тоже, да? Потому что он не знает, что со мной на миду делать. Вэл вообще один из самых неприятных мидеров. Очень простых. Просто первую кидайте и все. Вот некоторые ребята, которые смотрят мои видосы, друзья, вот честно. Тем, кому
интересно. Вот я всегда стараюсь, да, подсказывать, где вот, ну, глядя мои видосы, вы не, им немного, наверное, все равно понимаете эту игру лучше, потому что, вот я говорю, как там, что лучше, да, там, допустим, варлоком вот я стою, как варлоком вообще стоять? Просто R накидываете, да? Ой, R, F-ку. Вот, хоткей F, и по крипам, и желательно героя цепляете, и все. То есть смысл героя такой. Особо много, ну, ума не нужно на нем, просто кидаете вот эту штучку, и все. Базару нет. Одну тычку, да? Хорошо. Хорошо. Ух ты. Эх вы, тараканы вонючие. Замедло пока настакается. О, он замедло зашел. Найс, красава. Виндран пошел. Как он закрыл голема, блин. Вот ракушка, а. Хорошо. Как он голема, блин, закрыл. Пойдет, еще замедло надо. Ес, что хочет от меня? Ес, что-то хочет. Сейчас хп потеряет. Виндранка. Пойдет. Еще замедло. Четверку замедло возьмем. Вообще нужно четвертый левел замедла 3 секунды подержать, тогда будет максимальное замедло. Максимальное замедло по всем, кто в радиусе. Но если бы я качался 1-2 по стандарту, да? То изи, мне кажется, вообще было бы. Ух, там беттер наливает. Нормально. Беттер наливает там. Пока фармим. 8-й левел и пойдем что-нибудь гонем. На 8-м левеле. Давайте аркан, наверное, сделаем. Аркану сделаем. Через аркану. Я хочу сделать вообще дагер здесь. Этот глиммер, чтобы можно было спокойно кастить. Так, зомбака там нафидели, накормили зомбака. Зомбиком нафидели. А 8-й левел и пойдем. Где-нибудь суету наведем. На топе желательно, там что-то какая-то суета постоянно. Почти размаксил, замедло. Хорошо. Все, замедло замакшено. Отлично. Он лезет, не знает, что такое этот БТР, да? Под, за БТРом нельзя так под тавера лезть. Вообще нельзя. БТР такой, он на развороте может подработать. Причем серьезненько. Эй, ошибся. Ошибся. Так, ну суеты там нет пока. Пока что суеты там нету. Крипочка в миду не прогуливать, фармим дальше. Как только там соберутся ребята на суету, да? Я пойду прогуляюсь туда. Дагерочек, глимерочек сделать по кайфу. Ни одного крипа под тэшкой не добью. А что он меня там по варшотам этот стелит? Стелит по варшоты просто и все. Ух ты. Пуловое замедло. Эй, ну камон. Ты жесть. Крыса, а? На есе. Давай так сделаем. Я умер. Фигню делаю тотальную. Не знаю почему. Но я контроль потерял. Мне нужно было резко подконтрить голема. Резко подконтрить голема нужно было. И попытаться забрать там големом. Блин, ну это плохо. Ес вообще там чисто выбегает, что-то какой-то фиссуру дает. Пейшура. Умрет. Я очень быстро собью. Оп, хорош. Регени все. О, давай. Сюда. О, хорош. Как я его подбайтил. Ну не умрет, жалко, не умрет. Чуть-чуть бы побольше времени. Так, у меня глиммер есть. Ой-ой-ой, это ж хорошо. Найс, тот сейчас фражочек забрал. Пойдем. Иду. Гоу, аппарат.
Кастуй, брат, беги. Ну чё ты стоишь? Смотри, какое замедло. Просто кинул кнопки и такой: помогите, что делать дальше? Жесть, конечно. На мид бы сейчас суету навести. Что происходит? Жесть, конечно. Камон, сейчас замедлю. Опа, пошло замедло, соточка замедла. Смотри, просто на месте стоят. Ну камон. Нам нужна драка такая, чтобы прям... Ну мне даггер некстом надо. Драку хочу, чтобы прям замедло свое показать. Какое у меня сильное замедление. Очень хочу. Ой, ну как же ты четко закрысил там. Не успел. Я не хочу голема кидать. Голема не хочу кидать. Я мог голема там скинуть, чтобы засейвить. Глиммер у меня в КД был. Ой, качну. КД пока что. Не буду голем. Да чё, типа, ну зачем, блин, голема кидать на сбитие телепорта? Серьезно? Гоу. Знаете, что может чел на Е сидел? Тупо меня хейтить, да? Не давать кастовать тройку. Тройку не давать кастить. Я поэтому взял глиммер, чтобы можно было блинкануться куда-то сюда и стоять, накастивать. Блин, мне бы игроков бы посильнее в команду, да? Вот типа на аппарате, парнишка, чтобы мы могли комбинить через тройку. Это же круто. Прикиньте, как мощно. Это же мощно. Это же мощно. Это же мощно. Это же мощно. Next, герочек. Хочу в пятером драку. Там, ребята, на миду кто-то фармит, на топе фармит кто-то. Найкса там. Зажал. А когда он знает, что Найкс там стоит? Вард стоит, наверное, да? Сейчас мы тут с таким замедлом, жесть, как закомбиним все это. Хамек Хачекс. И они там другую тачку ломают. Разменивают. Выразимся так. Я могу ТП дать. Есть ТП? Ух ты, поймал Виндру. Ну ТПшки нету. Я один не хочу туда лететь. Руты даст во время моего этого глиммера. Я сфижу. Так, 1500 есть. Ломаем. Что делать? Ломаем, если они не хотят. Дефиц. Аппарат стоит, кастует. Ультимейт. Когда можно просто смотреть по карте. Оп, Т нажал. Откинул.
МП дайте. Дали МП. Надо дефить, но это не серьезно. Оп, пошло замедло. Там инвиз, кстати. Давайте так сделаем. Инвизик. А я скину в этот раз. Камон. По ультимейтику скинулись ему. Пошел он. Он второй раз на ТП. Нет, все равно я ульт не юзаю. Лучше собью уже. Лучше собью. Правильно, правильно. Я считаю, так лучше будет. Жалко, у моих ребят нет телепортов. Что, не получается закомбинить, ребята, неуправляемые в команде. Просишь? Не делается ничего, нифига. Ну, ладно, справимся. Справимся. Будет интересно, сейчас они чуть оппоненты окрылятся, да? И пойдет игра. Та, которую я хотел. Замедло именно. Под томбами. Пойдет. Я расписал весь план. План очень легкий. О, монета, найс, это на дагер как раз таки. Мид, идем. Да дай монету, блин, на дагер. 6. Крисы. Ладно, пойдет. Ничего страшного. Хорошо, дагер есть. Тошер надо, тошер. Ставь томбу, дядь. Хорошо, поехал. И ломаем. Не подходят, подойдут. Будет жестко. Накастую. Давайте подхилим его. Хорошо. Оп, я тут из кустов за медло кастую. Жесть. Но, если честно, реализация подхрамывает немножко. Найс. У него даркпакт спадал. И я чуть тайминг даже выждал, но все равно. Надо гем брать на бетере. Гем на бетере брать. Хорошо, похилим. Пойдет. Тэшку загрызть бы, да и уйти. А то ты руф. Хорошо. Я, кстати, могу умереть, если останусь. Могу умереть, если останусь. Давай, дядь, я побью его. Держи его. Хорош. Все, крепочка флупим. Погнала. Никуда ты, дядь, не денешься. Печечку. Умрет на базе. Умрет на базе. Я мог раньше, кстати, это сделать, но у меня тут контроля столько. Так, ладно, надо сентри брать. Топ-товер. Я сентри возьму. А лучше гем сразу, наверное. А лучше гем.
Лучше гем. Та-та-та-та. Сларк там окрылился немножко. Но у нас не получается, ребята не заходят в драку оппоненты так жестко, как должны. Огур Даггер купил. Топ Д2. Нет, фурбол, пошел фурбол гобить. Типа, куда ты пошел? Стой. Сейчас на топе суету наведем. Они не подходят даже, оппоненты. Сларк только один подходит, но потому что он безнаказанный. Безнаказанно двигается на Сларке, потому что у него лотар. Только так и все. Не более. Я бесплатную ману кастанули. Пойдем. Что, виндранка дрочит. Еще бы круто сделать было бы Атос. Но Атос перебивается тройкой. Если Атос кидаешь и кастуешь тройку, Атос перебивается. Идем тэшку просто. Хорошо. Ух ты. Кастуем. Так, но этот замедлен. Причем ни хреново. 122 замедло. Что за фигня происходит? Я могу тут, конечно, до старости костить, но лучше... запушим. Чел на руфе просто игнорит игру, просто пушит и все, фармит. Go дальше. Можно дальше смело пойти, мне кажется. Еса даггера вроде нету. Если даггера нету, это хорошо. Не спушим, отпушивается очень сильно. Б. Не спушим. Что там Беттер делает? Я не хочу гем отдать, если честно. Очень далеко идут они. Ой, Том бы поставил далеко. Ты бы еще сюда поставил ее. Ой, жесть. Так, ну этот тут пушит, как обычно. Ничего не меняется. На полене. Чувак. На полене ничего не меняется. Т2, гол. Оппоненты вообще не подходят. Они боятся нас, и поэтому нету никакого замедла. Сларк БКБ делает. Ну... Сларк БКБ. Тарит. Ну, плохо на самом деле. С БКБшкой его очень тяжело будет убивать. Там есть еще. Подтянет. Вардик возьмем. Ну, в центре не знаю зачем, у меня гем. Пешка. Проносим просто вообще беспрепятственно, на самом деле. Никто не мешает даже. Ух ты, там драка, да? В скобочках нет. Так, на какой? На второй клик надо ставить там, да? О, Найс еще поставил туда. По кайфу же. Я за дракой следил, сорян. Ну, ВТФ. О, вот он, даггер. Ну, это ГГ драки. Это драки ГГ. Ну, это камбэк игра будет, ребят. Камбэк работает. Мы его не убьем. Смотричок, кстати, может подзатащить. Нет, не затащил. То есть... У Еса есть даггер. Это говорит уже о многом. Короче, вся стратегия, которую я придумал, она максимально нерабочая.
Или ребята не хотят, не знаю. Ну, Найкс у нас просто в тупую долбит, да, его тавр сливает, он умирает. Не знаю. Ну, аганим пытаться делать. Надо подтаскивать. С Ларком сейчас проблемы будут. Гем он забрал. Гем забрал, с Ларка не убьем. Сейчас Скайди купит, а скорее всего он его уже собирается покупать. Будет очень плохо. Ес меня накрыл, в этом проблема. Ес накрыл. Найкс 13 левел, ну вот проблема с нами походил чуть-чуть. Но мы пытаемся играть на контент, а эти на победу играют оппоненты. Они, видите как, они не дерутся, ничего, они просто ходят. Они просто ходят и фармят. С одной стороны, это правильно. Пайп какой-то. От кого пайп? От ЕСа? Там два варда. Сейчас он офигеет, что там два варда. Ай, жесть. Сентри нету. Мне кажется, мы не зайдем на ХГ. Если только, ну, 12 секунд, не знаю. Если в стороночке сделаю, да, что-то, то, может быть, что-то и получится. На Найк скину. Вот так сделаем. Найк поможем. Так, этот меня лупит. У меня проблемы, ребят, небольшие. А если Сларка сейчас убьем, будет прикольно. Хорошо, блин. Молодцы. Неожиданно и приятно. Байбек. Ой-ой, там же байбек. Найкс на виндру прыгнул. Переармлете. Нет байбека там. Нет байбека. Кто там сказал, что байбек? Есть байбек. Так и байбек, если не страшен. Так, ну это, кстати, аганим. Кстати, аганим. Аганим, да фармим. Хорошо, что Найкса, ой, Найкса, Сларка убили. По кайфу. Ну давай. Блин, прикинь, не добил. Ой, ракушка. Ну ладно. Чуть остается. Да, аганима. Че он сам себе кликает, один там стоит. Что он такой приниженный на беттере? Смотри, он по полу ездит. Что это? Ползет по полу, короче. Ой, жесть, что с этой дотой не так? Сколько у меня там до аганима? А, так мне еще дофига, 1500 еще. Аганим 1500. Ну, чуть меньше. У Сларка БКБ осядет, чуть полегче его будет убивать. Чуть по кайфу будет. Все равно голем КД, можно пофармить. Голем КДшка, можно пофармить. У каждого свой курьер. Пацаны, стойте, ждите. КД голем и гоу. Там хорошо, что огур прыгнул, начал. Нам так тяжело на самом деле начинать самим. Самим тяжело начинать. На топе крипчиков много, там бы как-то дефануть бы. Потому что он сейчас запулит этих крипов очень жестко. У нас ребята всей толпой по лесу летают.
А у Беттера третий сломался, ребят, он не взлетает. Он не взлетает, вот это вижена не будет у него. Из-за, скорее всего, из-за рутов. Из-за рутов. Типа, когда он ультанул, Руф, да, он был в воздухе, он его приземлил. Вот проблема. На топе 700 огоним. Вон, смотри, креветка там даже, креветджан. Креветджан там даже. Я мог, конечно, прыгнуть, забайтить. Да? Сдохнуть. Снизу. Неохота, ну в драке. Мы все толпой стоим, так жадно фармим. Это просто кринж. ТП есть? Гоу. Можем, мне кажется, вдвоем его убить. О, тут Сларк, ё-моё. Ну, вот так сделаем, да? Хорошо. Там Сларк еще. Это плохо, что... Ой, я плюс качнул вместо голема. О, боже. Боже, дайте 200. Чуваки. Блин, я не качнул голема тройку. Это печалька. Это печально, ребят. Могли сейчас, кстати, подраться красиво. Но не захотели. Но они нас сплетуют. А мы как дурачки влево-вправо бегаем. Они нас сплетуют. Так, аганим у меня есть, в принципе. ТП-шечку. Отойдем лучше. Опасно. Все, надо идти вместе. Мы, в принципе, заряжены. Надо только топ поддефить. Топ под дефем и нормально, ребят, будет. Я так думаю. Жесть, что за... Но катка это дольше намного будет, потому что у меня тут роль такая, по сути, я как саппорт играю. По факту я играю как саппорт сейчас в этой игре. Поэтому играю на месте стоит. Так я хотя бы что-то перекрываю, да, постоянно убиваю кого-то. А тут на ВЛ как бы я жду вот этого игрока. И вот этого игрока я жду. Все, вот и вся игра. Вот и игра. Да попади ты по нему. Пойдем. Там инвиз, наверное. Нас сплетуют они. Ну, у меня команда чисто на корах. Парни не понимают, что это по КД будет. Мы будем так всю игру бегать лево-вправо. Это напрягает очень сильно. Что ты без маны тут делаешь? Без маны ходит. Оу. Пятером, пожалуйста. Я всю игру прошу их. Они все равно чат не читают. Как тяжело с такой командой играть, парни. Вот когда они на коре, да? Я на БТРе соло стоял, ломал. То есть, понимаете, да, насколько все плохо. А это вы видите, что так? О, это там изикатка, лохи, ВС, ты играешь с раками. Да нифига. Нифига не то, вы не играете эту игру. Я эту игру играю, и я вижу. И я вам комментирую, по факту. Вот такая вот ситуация сейчас. Такая ситуация сейчас, что никто не хочет собираться. Нас сплетуют по КД, они не могут, парни, вместе собраться.
Так, ну моя задача главное помочь ребятам. Так, иди. Ломайте по чуть. Руф там захилил уже. Ну тут надо. И соло в него, он такое себе. Хорошо, Сларка задушили. Подойдут. Опа, байбек, Сларк. Найкс, а не минус. Это ГГ. Я замедло кастую. Кто ТП дает? Руф. Руф дает ТП. Хорошо. Отлично. Запинали. Под замедлениями. Сларк. У меня пока... Вот так могу сделать, конечно. Убегает. Поджав хвостик. Но надо уходить. Это плохо. Это плохо. Найкс, если умирает, дэмэджа нету. Как такового. Но там люто, они вообще боятся подходить, потому что они просто не уйдут. Я и так Найксу стараюсь накидывать кнопки, чтобы он жил подольше. Но все равно. Но все равно. Как в него этот вард запихнуть, господи. Если Найкса отдаем, это плохо. Так, ну я големов хотя бы взял в тройку. Идем еще. Мид. И топ. Опа, рухчик. Так, сделаем. Баш, хорошо. Ну, там уже никуда не денется. О, ну замедло соточка. Соточка замедло. Хорошо. Мы все кнопки нажали, правда. Ну, идем по миду, окей. Окей, гоу по миду. Радики, ой, хорош. И жесть. О, застряла, тир. Ну, Сларк там крысит. Классика жанра. Но мы и так никогда не соберемся, на самом деле. Так, вот нафиг. Ты прилетел бы тогда сразу бы. Я играю как кор сейчас, хотя я должен оставаться с командой сейчас был. По факту. Играю как кор. Беттер должен так думать, как я. Он так не думает немножко. Вот он должен был сейчас топ толкнуть до сюда и идти. Он оставил топ, сейчас опять топ будет Сларк ломать. Очень тяжело. Ребята, вон, смотрите. Так, я вовремя, надеюсь. Надеюсь, я вовремя. Замедло пошло. Ох, как я там замедляю. Найкс живой еще. Хорошо. Хорошо. Големами просто. Големами просто. Ну, по идее, не должен убежать. Хорош, давай, ультру на вставочку. Эй! Сраденца запилил. Жестко. Но вот сейчас я вовремя пришел. Прям вовремя. Команду поддержал всю. И замедло там лютое настакал. Ой, камон. По кайфу. Ребятки, не забывайте поддерживать видосы лайком. Не забывайте подписываться на канал. Ради таких каточек стоит жить. Хорошо. Големиуса туда. Ну, пойдет, в принципе. Руф хиляет, товарайте, блин. П.
Найкс 60. Ой, Найкс Сларк. Можно было. А можно было бы и пушить, да, Сларка нету. Так, сделаем. Пойдет. Что БТР делает? А он умирал, интересно? У него не работает тройка, прикиньте, багнулась. Во, умер, хорошо. Токсики, такие токсики вот эти, с нулевым макро. Вот не умеет вот этот парень играть. У него макро нету. Он один на один там играет, турики там забирает, говорит, я там турики забираю, вообще я такой сильный. А играть в доту, блин, не умеет. Вот это разница макро и микроконтроля, пацаны. Что на Найксе он не пушил, да, там он стоял, вот это бил. Собирал медасики. Вот, ребята, учитесь. Не нужно никогда говорить, что вы там супер крутой, серьезно. Никогда не говорите. Никогда не говорите. Нужно всегда знать свое место. Я вот знаю свое место. Вот здесь. Мне по кайфу. Для вас видосы пишу. Кайфую. Не забывайте поставить лайк за мое старание. Спасибо. И все. Это самое главное. А все остальные мелочи. Так, что мне нужно? Мне нужен Point Booster. И Vitalik Booster. Меха. Хорошо. Соточку надо. Накатить соточку надо. Хорошо. Сила замедления, видос называется. Сила замедления. Хорошо. Я иду. Големы готовы. Если драка начнется, мне главное вовремя четенько прыгнуть и накастовать замедло. А там в комбинации вообще кайф такой. Что не горюй. О, починился? А, нет, не починился. Лол, у бетера сломалась кнопка. БТР сломался. Ну, ладно, я пушить буду, окей. Не знаю, это шок какой-то, контент, шок. Просто шок. Я големов не кидал еще. Замедло на кащу. Немного. Хорошо. Пойдет. Хорошо голема не кинул. Некуда было просто. Туши с Нагиева. Нагиев. Хорошо. Пойдет. Не спушится. Better деф. Ты тут не нужен, у тебя основная кнопка это лассо. Так, хамек хачек себе хил. Рук там своих собратов ломает. Хорошо. Пойдет, не сломали. Ух ты, не надо, дядя. Опа, замедло, да пошло, дядь. Соточка замедла имеется. Сларк против... против Найкса. Опасная драка. Аппарата Аганима нет? Нет, еще даже близко. Ну пойдет, дефнули. Но эта катка, видите, она подольше из-за того, что я играю на таком, на семи-сапе. У меня големы еще есть. Почему Б надо уходить? Трон просто ломаем и все. Во-во-во, сейчас прям как под томбу под эту я закину. Ой-ой-ой. Под томбу прям закину. Всю контору. Под томбу. И там Сларка гоняешь. Чувак, хилю. Похилю чуть-чуть. И там зомбика убивает. Ух ты, блин. Хорошо, замедло. Соточка замедла, ребятки. Замедло. Вот оно то самое замедло, которое я хотел. Смотрите, на месте стоят, ребята работают. Работают, пацаны. Все, вопросы. И никто не подойдет. О, здорово.
Ты что хочешь от меня? Криса рак. Давай драться, мужчина, если. Деремся, если ты мужчина. На тебе. Если мужчина, дерись. Давайте вот этот вард откроем отсюда. Давай, давай, вот этого. Смотри, смотри, что делает. Големы сейчас затушат его. Давай, 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 давай. Эй, что за сейвы? Что за сейвы? Нифига он его засейвил. Дай ему големам по голове дам. Камон, ребят, ну вот такая вот катка у нас вторая получилась. Но на самом деле, вроде идея сама очень интересная, и пик у нас очень балансный. Ух ты, у меня рамки съехали. А когда это они успели съехать, пацаны? Ничего себе. В целом, каточки получились у нас сегодня интересные, ребята. И реально, надеюсь, этот видос вам зашел. Катки были прям красивые. Не забывайте, друзья, подписываться на YouTube канал, на ТГ канал. Это очень важно для того, чтобы мы двигались дальше. И, конечно же, скоро у нас уже 50к на YouTube. И это очень круто, ребятки. Спасибо всем. ГГ, пацаны. Это было нечто, реально. Это было нечто. Этот геймплей, эта игра, это просто пушка. Ну и на этом все, друзья. С вами был Xenazus и до скорого.